Вчора ми з нашим спільним другом, приятелем Стасом Білковським багато обговорювати, що відбулося з Андрієм Шевченко. Я не можу вас не спитати про нього. Андрій Шевченко був звільнений, був розірваний контракт, його футбольний, за 2 місяці після того, як він почався. Знаєте, я не знаю, що скажете ви, але мені здається, що це трошки було несправедливо, тому що результати були дійсно не дуже. Але за 2 місяці що можна зробити з відверто слабким клубом? Да? Це з одного боку. А з іншого боку, сьогодні вже з'явилися чутки, що Андрія Шевченка можуть запросити на посаду міністра молоді і спорту. Ну, давайте скажем, что Андрей Шевченко – это гордость Украины. И Украину в мире знают благодаря трем людям сегодня. Братьям Кличко и Андрею Шевченко. Андрей Шевченко – это великий футболист, великий спортсмен, великий украинец. И то, что он пошел в этот клуб слабенький, Дженоа, и то, что его освободили спустя 2 месяца – это вопросы к руководству клуба, потому что всегда президенту клуба виднее, кого он приглашает, кого он освобождает и когда он это делает. Что касается того, чтобы Андрей Шевченко пришел на пост министра спорта, я думаю, все-таки это не его, мне кажется. Не надо ему идти в политику, тем более в этой команде, которая уже, да, он идет. Я думаю, что Андрею надо заниматься футболом. У него предложений наверняка будет много. И от, как я слышал, того, чтобы возглавить сборную Польши, национальную сборную Польши, я думаю, что и в Украине ему могут предложить и возглавить федерацию футбола, и возглавить какой-то клуб. И не только в Украине. Как только он... Его, по-моему, уже в Польшу запросил после этого. В Польшу, да. Как только он пойдет во власть, тем более с этой командой, это будет... провал, поэтому если бы Андрей спросил у меня, я бы ему сказал, ни в коем случае не идти во власть, тем более в этой команде, которая себя уже давно исчерпала. Набирает оборотов телеканал «Рада». З ним постійно пов'язані якісь скандали. Да? От на минулому тижні, зараз покажуть скрін, там був, помер Стефанчук. Да? Бачите, раптово помер. Ну, а все це жарти жартами. Ну, буде довго жити. Да, будемо сподіватися, що так, да, є така прикмета. Але все-таки, як ви вважаєте, в принципі, оці намагання сьогодні створити, да, медіа-імперію нову, всі експерти кажуть, до речі, я теж так думаю, що якби це було в 17-му, в 19-му році, можливо, ну... Це, 1919. Так, ні, це все-таки 2000. Можливо, це було б нормально, і це б було корисно. А сьогодні це вже трошки запізно. Що ви думаєте? Ви знаєте, все, за що береться команда Офісу Президента, все закінчується провалом. Це як клеймо. От все, що починає Зеленський and Company, все закінчується провалом. Тому хаотичне бажання зібрати пул із телеканалів, який буде хвалити президента Зеленського і Офіс Президента, точно так же закончится пшиком, ничем. По двум причинам. Причина первая. Профессионалов на рынке очень мало. Лучшие профессионалы украинского телевидения собраны на канале «Украина-24». Простите, что я об этом говорю, но я люблю говорить правду. Это абсолютная правда. Лучшие профессионалы собраны на канале «Украина-24». Можно, конечно, набрать людей с улицы и учить их, но это процесс очень тяжелый, долгий и неблагодарный. Второе. А за счет чего будут добиваться эти каналы телесмотрения? Они будут хвалить президента, они будут рассказывать, какой офис хороший. Но этим рейтинга не возьмешь, потому что люди... Они будут упускать оппонентов. Люди живут своей жизнью, они видят, какие тарифы. Они видят, как развивается бизнес, что творится с ФОПами. И когда им с телеэкрана будут говорить, что да нет, все прекрасно, страна идет в верном направлении, они просто не будут включать эти кнопки. Поэтому я думаю, что бесплодные совершенно и бесплодные траты денег, отмывки наверняка очередные, коррупционная составляющая велика, пшик, очередной пшик от Офиса Президента.